обеим повезло. А вас на земле больше уже никто не вспомнит. А моя участь тяжелее. А ваша жена, Гарсен? Жена? Что там жена? Она умерла. Умерла? Да, умерла, забыл сказать вам. 2 месяца тому назад скончалась. От горя? От горя. А чего же еще? Теперь все в порядке. Война окончена. Жена умерла. А я вошел в историю. Дорогой, дорогой, не надо, не надо. Ну, посмотри на меня, прикоснись ко мне. Вот, вот, сюда. Посмотри на меня. Ну, какая разница? Не думай о них, ни о ком не думай. Какая разница, что они думают? Они все умрут. Но они умрут, придут другие. Они один. Которые перехватят эстафету, их жизнь моя. Вся жизнь моя в их руках, как ты не понимаешь. Здесь только я. Никого нет, кроме меня. Ты здесь? Я здесь. Послушай, да. Ну, окажи мне услугу. Не отказывайся. Все, знаешь, думают там, что я трус. Ну какое мне до них дело? Если бы нашлась хотя бы одна живая душа, которая изо всех сил поверила бы, что я не трус, что я не бежал, что я не мог бежать, что я честный, что я храбрый. Я смог бы полюбить тебя. Я уверен, что я был бы спасен. Будь таким человеком, когда ты будешь для меня дороже всех на свете. Дурачок, глупец, ну посмотри на меня. Ну разве я могла бы полюбить труса? Ты же говорила. Я шутила. Гарсен, я люблю мужчин, Гарсен. С грубой шкурой, с сильными руками. Ну посмотри ты на себя. Разве твой подбородок может быть подбородком труса? Твои глаза глазами труса. Твои волосы волосами труса. Я люблю тебя. Это правда? Да. Это чистая правда. Тогда мне наплевать на тех, кто здесь и кто там. Мы выйдем из ада. Но в чем дело? Да она же не верит ни одному своему слову. Как можно быть таким наивным, а? Нет. Эстель, разве я трус? Да знаешь, что ей на это наплевать. Не слушай ее. Если ты хочешь моего доверия, ты должен верить мне. Вот-вот, да. Окажи ей доверие. Ей нужен мужчина, можешь ей поверить. Мужская рука вокруг талии, мужское желание в мужских глазах. Что до остального? Да она же скажет, что ты сам Бог, если тебе это доставит удовольствие. Это правда? Отвечай! Это правда? Да что ты хочешь от меня услышать? Ничего я не понимаю в этих делах. Но если бы ты и был трусом, я бы все равно тебя любила. Понятно тебе? Этого тебе недостаточно. Как вы мне обе отвратительны!